Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Носители этого имени честны, с ними можно вести бизнес, присуща им и определенная внутренняя гармония, соединение логики, ума и высокого трудолюбия дает отличные результаты в плане развития, умение работать, планировать делает представителей этого имени хорошими руководителями. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Они всегда стремятся действовать. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Само имя несет энергию баланса. Если владелец этого имени попросит о чем-то высшие силы, то им начинает встречаться комбинации двое. Это значит, что их молитвы услышаны, и они получат поддержку, и не стоит им опускать руки. Надо сохранять терпение и быть уверенным, что задуманное непременно сбудется, потому что на помощь приходит Вселенная. Люди, имеющие букву «З», в имени чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Вера в духовность и высшие силы у этого имени тоже особенные. Часто встречаются атеисты. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.